Международная организация по запрещению химического оружия, или ОСХА, в четверг объявила, что Сирия завершила уничтожение всего оборудования и закрыла предприятие для производства химического оружия. ОСХА также отметила, что проинспектировала 21 из 23 сирийских складов, где хранятся уже готовые боеприпасы. Два оставшиеся склада являются слишком опасными для посещения. Однако ранее оборудование для производства химоружия оттуда уже перевезли в другое место и уничтожили. В своем отчете организация написала, цитата, «ОСХА удовлетворена результатом, а также лично удостоверилась в том, что все оборудование для производства, сборки и наполнения химоружия на всех 23 объектах было уничтожено». Помимо оборудования, страна также находится в процессе уничтожения своего арсенала химического оружия. План был предложен США и России в ответ на смертоносную химатаку, которая произошла в августе этого года в пригороде Дамаска. Как показало расследование, против мирного населения был применен отравляющий газ «Зарин». Однако до сих пор доподлинно неизвестно, кто совершил атаку. Запад обвиняет в ней правительство Асада, поскольку весь химический арсенал находится в руках властей Сирии. Однако официальный Дамаск утверждает, что атака – дело рук повстанцев. Согласно договоренности, Сирия должна была уничтожить все оборудование для производства химоружия до 1 ноября этого года. То есть с условиями первого пункта она справилась. Теперь до середины 2014 года ей предстоит уничтожить весь свой арсенал химических боеприпасов.